Добрый день, друзья! Вас приветствует торговая марка Recoil. Сегодня поговорим про пену для очистки стволов. Итак, после стрельбы просто залейте ее в ствол, пока приехали домой, все чисто. Оставшуюся грязь можно просто очистить патчами, обезжирить и смазать маслом. Данная пена растворяет медь и нагар. В зависимости от настрела, после себя она не требует дополнительной механической очистки. Если ее два раза задуть в ствол на 30 минут, очистит все. Имеет высокое давление, что способствует хорошему заполнению. Пена долго не оседает, что способствует эффективной работе на всех вертикальных поверхностях. Кроме того, этот баллон можно использовать в любом положении. По просьбе желающих мы удлиним эту трубку для удобства заполнения ствола. Производитель – Голландия. Этого средства явно не хватало в полной линейке Recoil. Съемки проходили в оружейном магазине «Ствол» на Голосеевском проспекте в городе Киеве. Здесь есть все от перочинного ножа до снайперской винтовки.